Прибудь с нами, благослови этот час, Господи, открой наш ум к разумению Писания Твоего, помоги нам познать волю Твою и исполнить ее, Господи. Тебе за все слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Мы продолжаем Евангелие от Луки, 23 глава, 39 и 43 стихи. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисус: «Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твоем». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Толкование. Сначала, вероятно, оба злословили его, а потом один из них, который поблагоразумнее, познал благость и божество Иисуса из тех слов, кои он извлек за распинателя, говоря: «Отче, прости им». Ибо слова сии не только исполнены совершенного человеколюбия, но обнаруживают много и собственной власти. Иисус не сказал: «Господи, молю Тебя, прости им», но просто так же, как и со властью: «Отче, прости им». Вразумленный сими словами, тот, кто прежде злословил Иисуса, признает Его истинным царем, заграждает уста другому разбойнику и говорит Иисусу: «Помяни меня во Царстве Твоем». Что же Господь? Как человек Он на кресте, а как Бог везде. И там, и в раю все наполняет, и нет места, где его нет. Иные спросят: когда Господь говорит разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю», то как после сего Павел сказал, что никто из святых не получил обетования? Евреям 11:39. Разбойник еще не наследовал жизни в раю, но поскольку обещание Господа непреложно и отнюдь не ложно, поэтому и сказано: «Ныне же будешь со мною в раю». Ибо есть, говорят в речах Господа, и такие обороты, в коих Он о будущем выражается как о случившемся. Например, когда говорит: «Неверующий уже осужден» Иоанна 3:18, 5:24. Иные искажают это изречение именно после «ныне», ставят знак препинания так, чтобы выходила такая речь: «Истинно говорю тебе, ныне», а потом продолжают: «Будешь со мною в раю». Ибо Адам увеселялся душевно, так как он не оставлял такой деятельности и земледельческой радости. Поэтому, говорят, Павел нисколько не противоречит. Разбойник получил рай, но не получил царствие. Получит же он это тогда, когда получат и все те, кто их перечислил. По крайней мере, в настоящее время он в раю, который есть место душевного успокоения. Так говорили многие и много раз. Можно сказать, что ничто не мешает быть истинными словам как Господним, так и Павловым, и в том случае, если даже Царство Небесное и рай – суть одно и то же. Ибо разбойник, хотя в раю или в царстве, и не только он, но и все исчисленные Павлом, однако же он не наслаждается всецелым обладанием благ. Как осужденные не находятся в царских жилищах, но заключены в темнице, истерегутся для предназначенных наказаний, а почетные входят в чертоги царские и пребывают в них.
Потом, когда настанет время раздачи, удостаиваются даров царских, так и святые, хотя не вкушают еще полного блаженства, однако же находятся в обителях светлых, полных благовония и, вообще говоря, царских, хотя еще не удостоились окончательного раздаяния царских даров. Так и разбойник, хотя стал теперь в раю, однако же не наслаждается совершенным блаженством, чтобы не без нас достиг совершенства еврея к евреям 11:40. И такое объяснение, по моему мнению, всех справедливое. Не говорю уже о том, что и дарование святых, проявляющиеся в повседневных чудотворениях, справедливо могут быть названы раем, и что все они, поскольку сподобившись дарований духовных, приняли в он их залог духа, находятся в раю, хотя не достигли совершенства и получили царствие, как говорит Павел в том же послании к евреям, хотя не получили обещанного. Под словом «обетование» он, очевидно, разумел полноту наслаждения. Итак, они еще не получили всего обещанного, однако же находятся в царстве и в раю. Спасши разбойника, Господь связал орудие злобы, согласно своему предсказанию, связав сильного, вещи его расхитит. Матфея 12:29. То есть те люди, которые удостоились Царства Небесного, отшедшие от земной жизни, сейчас находятся пока еще в каком-то в таком хорошем промежуточном месте, да? Так же, как и те, кто злодеяния делали, тоже еще не в аду, но где-то в ожидании. Общая награда будет одновременная. После второго пришествия? Нет. Они находятся в аду, те, которые умерли. Потому что написано, что будет еще вторая смерть. В озеро Огненное будет ад туда спущен. Брошенный. Да. Это Кава Григеши, там пришли войска, в Риме запускают победители. А почему так? Сказали, что народ сказал, войска придут еще из Африки. И тогда вместе общее будет торжество, праздник Победы. А вы пока там в летних лагерях побудьте, у них путешествия, то есть железной дороги не было, медленно. Так и это, одновременно все. И будет награда какая-то, но мы говорим награда, представления нет. Никто не может описать, что это за награда. Настолько это с земным не сходится. Вот говорят иногда сравнение. Я говорил, этот мужчина потом задавил его в шахте. И он мертвый, вытащили, все мертвые. А потом смотрит. Реснички там дернулись у него. Давай дальше оживили. Он что видел, я где? Да ты раздавленный лежал. Как раздавленный? Он не может понять, что вернулся. А откуда? Куда пришел, что он видел. И он дал сравнение делать. Вот возьми, говорит, воробья и павлина. Там одно перышко павлина еще стоит. Так вот, говорят, наш воробей там, как павлин, а другие птицы сравнить не с чем. Пение их. Вот мы слышим, скворец поет. А сегодня приборы показали, что он поет одновременно на двух каналах. Другой, который человеческое ухо не берет, еще более прекрасный. А она не знает птицы этого даже. Глаз не видел. А с чем сравнивать? Как описать? Ухо не слышал. На ум писателям, к фантастам не приходило. Люди понимают, радость какая, самая большая радость у человека на земле. Потерянная, найдена. Сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашел. И начали веселиться. А люди это упростили, вот такая радость. Ну, на земле больше всего к чему готовиться, это к свадьбе. Уж такие приготовления, такие пловы, там невесту там разукрасят, ну неизвестно. Все. Ну и понятно, потерянная половина нашлась. Я нашел свою половину. Мне так и говорят. Он себя полноценным даже не чувствует. А потом более ненавистного врага нету. Выискивают друг друга на краю земли. Да не я буду, чтобы ты не платил элементы. Да что? Ну и дальше. Полный словарный запас посаженный в тюрьму.
И ничего нельзя сделать. Ни примирить, никак. Это отравляет. Женщины многие сидят. За что? Мужа убила. Мужа убила. Женщина намного злее, чем мужчина. Охранник работает. Я говорю, сейчас с мужчинами работаю, даже сравнивать не приходится. Насколько они злобные, что-то не по их. Я работал с ними, женская бригада, строго режимная это. Чего они на нее обозлились? Что-то она там такое сказала еще. Они на земляных работах еще, это они лопатой лучше изрубили ее. Это я уже там был. Мужчина там как поговорил, подошел, подойди, поговорим, там врежу, умажу, а это нет, что-то сделать надо, такую пакость. И сейчас в интернете берут у них интервью, за что она сидит, как это было, как убивала, она все рассказывает. Самое-самое такое торжественное в жизни человека – это свадьба. Ну, как готовят, сколько людей. Вот придумали в Грузии там, вот сколько людей было, все записать, каждого адрес. А зачем нужно? А узнаешь. Бывает в жизни необходимо развестись. Виновата. Теперь обязан всех гостей этих найти. И чтобы каждый дал подпись, что он согласен на развод. А он не согласен, один, значит, новое заседание или жены. Да сейчас пишут, вот мы двое решили, давай по-хорошему разведемся, чтобы друг другу нервы не трепать. Мы пришли, батюшка. Никак не идет у нас жизнь. Ну непрерывно, каждый день мы собачимся, как не знаю как. Батюшка, таинства такого нет на развод-то. У меня одно Евангелие. Ну как, поищи по Евангелию. А у него Евангелие, как у нас на столе лежит, вот у батюшки такая. Вот он подходит, помолился. Господи, вот эти рабы хотят развестись. И крестообразно одному по голове, потом второму. А как брякнет, так на весь храм слышно, как по голове-то стучит. Она взмолилась уже, Господи, да до каких пор? Да коли не сойдетесь. Еще раз благословляет этим Евангелием. Да, Евангелие 3 килограмма. И ни одно торжество так, с таким желанием, не разводится. Понятно, придумали просто. Обоих арестовывают. И в одну камеру. Одно одеяло, одна кровать, одна ложка, одна чашка. И вот теперь сиди. Они уже через 2 дня едят с одной чашки, только мы выпустили. Спать на одной кровати, одна подушка, все. И спрашивает, говорит, ну вот так-то бы ничего, ну теща никак. Вот, теща там свекровка. А второй раз женился, вроде полегче, потому что незаконно. Самое большое наказание, чтобы 2 тещи в одном доме жили с тобой. Больше тебе не надо ничего, и ту найди, и эту. А что на небе? На небе никто не видел. А что в аду? В аду описывают. Муки там, Серафим Саровский, Серафим Саровский ранее описывают. Один там неверующий был, ну как его сказать, он говорит, ну в день смерти своей я тебе пришлю привет из рая, что я буду в раю, это мне Бог уже открыл. Она, ну я не стоит, товарищи, говорят, такой-то умер, о, обманщик, вот умер, когда говорил, умру, я тебе... Там в это время подходит какой-то мальчонка, пришел, а дядя Серапион вам подарок послал, он говорит, какой? Да вы здесь завернуто, развернули, ветка отрубленная яблони там какой-то, плоды там, аромат пошел такой, говорит, зима, среди зимы. Это явно, что нездешний, глянули, боязно прикоснуться где-то. Он прислал привет, все, веточку там отломил какую-то. И как в это верить надо, да? Поэтому о рае говорить можно только так. Бог знает. Вот, можно я тоже вставлю? С Изоей, да, священником Москвы, как его увидели. Данила. Отец Данила. Да, отец Данила. Вот его жена пишет, она это, тоже такой случай. Она говорит, иду, тоска такая душа, когда вот он погиб, я, говорит, шла где-то. И все время он у меня в мыслях, как ты, где ты, что с тобой. И у меня, говорит, перед ногами падает букет ирисов. Я, говорит, очень любила цветы эти. И он мне первый подарок сделал, подарил вот букет ирисов. И тут упало, а ирисы, сами знаете, они цветут очень немного в определенное время. А это даже время года не соответствовало этим цветам. Вот подобное чудо. Это уже я о цветах рассказывал.
А почему не можем? А это наше уже время. Вот, почитай ее воспоминания. Возвышен ответил небо, и высказать невозможно. Неизреченные глаголы слышал. Третье небо, говорят, до седьмого неба. Седьмое небо это в Коране написано, мусульман. У православных нет седьмого неба. Третье небо есть. И небо небес. Это еще что-то такое. Да еще его выпустит. Когда он не нам будет назначен. Чужое счастье отторгается. Нам уж только милость. Кольцо любви. Ну что, Саша, разбойник, наделал он дело-то. Вот есть житие такое, там кольцо Панкратия один. Он больной был, такой больной, ходить не мог, на четвереньках ползал, а храм не пропускал. Он часа за два, говорит, выходил из дома-то и на четвереньках, не на костылях, на четвереньках, полз в храм. И вдруг у него видение Голгофа. И Христос этому разбойнику, который благоразумно, и говорит, сойди, коснись его. Я говорит, смотрю, Голгофа передо мной, разбойник с креста сошел, подошел, меня коснулся, он сразу перед всем распрямился. Все говорят, что случилось? Он говорит, разбойник благоразумный-то, меня исцелил. А вот теперь я рассуждаю, было или не было. Говорят, а Христос писал письма где-то, в житии один раз написано. Есть такое, царь Эдесский. Сильно был расположен ко Христу, а прокаженный был. Ну и послал там какие-то поддары. А Христос ему взял образ этот, полотенце, к себе прислонил, и нерукотворный образ получился. И он утерся и выздоровел, но что-то где-то маленько осталось. А потом, когда услышал, что его распяли, он тогда... Что, и Христос ему это письмо написал, говорит. Он тогда войска собирает, я пойду и евреям накажу за то, что они его распяли. Но Господь ему не дал идти. Возревновал. Вот Христос написал, написал ему письмо. Да. Письмо в виде полотенца, да? Да. Да. Письмо, и письмо именно в письменном виде. В письменном виде. Что будет, это не искушается, там, видимо, об этом речь идет. Больше нигде не встречал. Мы-то для памяти, а для Господа для чего нужно? Мы говорим, это было вчера, я уже забыл, а у Господа вчера нету, он только сегодня. Трудно представить, как рай представляет. Вот у мусульман, у них определенно, четко описано все. Каждый день, каждую ночь могут там 20 девственниц сдавать. Чего уж какое удовольствие там девственниц. Это что, официально? А у нас нет ничего, не видели, не слышали, не знаем. Прости Господи, Царство Ему Небесное. Но не говорим, какое. Вот сейчас Кобзон, Иосиф Давыдович умер, вокруг они евреи собрались. И Путин пришел, это, сочувствие выразил, то священников нету, мулла зашел. Откуда он взялся, что-то тоже было с ними. Православных попов нету, вот все-таки знали. Он нигде никогда не проявил себя как верующего. Если Задорнов был, там смешил всех, то говорят, что он перед смертью якобы вызвал, хотя был без памяти, его крестили. Вот это же самое там Табакова. А здесь нету. Ни одного попа. Значит, как-то хоронили они Примакова, кажется. Там еврейская верхушка вся. И Царство Небесное, и Путин там был. А Кобзон там берут там песок там, так как и начало это там. А он не подошел. Я уже там видел, что он не хочет это делать. Православный. Он крепко, видимо, держался своей веры. Вот умерли все. Хороший был человек, редкий, Царство Ему Небесное. Он лба не перекрестил никогда, но Царство Ему Небесное. Но говорят, сын молитву прочитал. А? Сын молитву прочитал его. Сын. Вот нет, нигде, чтобы он как-то православием был. Бывает, ну, совсем человек никакой, как будто бы он православие. Путин, то он и крестится, и свечки зажигает, и Дмитрий Медведев. Что же? Стоят на службе, да? А? Стоят на службе, говорю, бедненькие, всю ночь. Да. Ну вот этот никак, нигде. Никак, ни разу его не видел. А у него парик был, голова-то хорошая, видимо, полностью лысый. А брат рядом стоит, лысый, ни одной волосинки. А ты, видимо, приклеивался, и как будто волосы. Я даже не знал, что это парик.
А какой-то спортсмен подошел, что-то недоволен, ты обманул его, я так, ну и связал все. Вот, вот. Какое Царство Небесное? Не христианское. Другой раз показывают, вот у нас собрали религиозные деятели, там мэр города собрал, и в это время, это Колганов Владимир Николаевич, и евреи прислали. У евреев какое-то общество такое, общество там, сохранения национальных обычаев или что-то такое. Как он выглядит? У мусульманина у него усы сбритые, бородка только. У этого ни одной волосинки не тронута. Борода красная, не просто коричневая, какая-то аж рыжая, да, с оттенком таким. Сам сухонький такой, видно, что очень культурный, кажется, Каменецкий. Фамилия, там у меня где-то записано есть. Вышел, и как раз рождественские дни были. Я поздравляю всех с Рождеством. Дальше ничего не говорит. С каким Рождеством? С Моисеем, с Ильиным. Ты что угодно думаешь. Но все довольны. И он доволен. Не изменил вере своей. С Рождеством. Это Царство Небесное. Хоть бы слово Христос или Иисус хотя бы один раз кто-то сказал, не один. Но мне понравилось, когда воспоминания о матери, как она их держала в руках. О. И все они, вот это третья жена у него была рядом. Третья, четвертая, это у них сплошь и рядом, которые евреи были, и у каждого, ну, не одна жена. А она ее тоже бросила, а мать как-то прочитала письмо, говорит, какой трагический день. Я понял, папу убили на фронте. А он не убит был, а там с медсестрой познакомился, полюбил Кожуков Георгий Константинович. Медсестру на ней женился. В чем она лучше той актрисы, тоже непонятно. И вот мать ее держала вон в руках. Ни копейки, никуда. Вот еврей настоящий. И всех люди вывело. И он уже артист, уже все знает. И матери пишет, сегодня я купил костюм за столько-то рублей. Костюм как раз подходит. Галстук за столько-то. Там купил ботинки столько-то рублей. Матери дает отчет, мать там уже, я смотрел, что уже старая. Он тоже старая. Везде дает. Я думаю, какая мать молодец, сумела как поставить. Ни копейки не давала, чтобы куда-то ушло. Воспоминания о нем. Ни одного не было закона принято сейчас, на который он не голосовал. Вот эти народы, которые самые непопулярные. Ну и, конечно, а возьми это, Наталья Поклонская, вот, наверное, девчонка, она проголосовала против всех. Что это убийственный закон, и так ничего нет. Вот в Китае закон сейчас приняли, у кого в месяц меньше 750 евро, ну 750 умножить на 60. Ну ты понимаешь, это 50 тысяч с тех, по доходам налога не брать. Так китайцы руки раскинули, а рты раскрыли, там видно, кричат что-то. Почему этот закон-то не взять? Кто у нас получает там заработок меньше 20 или 30 тысяч, чтобы по доходам не брать? А в Китае вот. Принят закон на прошлой неделе, кажется, 750 евро, или долларов, что-то не знаю, долларов, может быть, даже, даже долларов на 60, это много. Вот зарплата 40 тысяч. У нас по-другому считают, у нас так, что если, допустим, ты капусту ешь, я мясо, а вместе мы голубцы едим. Да. Ты 5 тысяч, я 100, а вместе вот хорошая зарплата по стране получается. Так, хотел я документ взять, взял, посчитать, он у меня, это, у Елены Анатольевны есть. Там корень-то в общем, Елена, писать когда будете, если. Что они говорят, сельхозугодия, тут все понятно, которые занимаются сельхозугодия, а я занял это. Нельзя так сказать, вот они у меня сейчас такие, стоит башня водопорная, а я на ней сделал голубятню, я не занимаю место, башня занимает. А я ухаживаю здесь, и мне нравится голубь, я голубятню сделал. Голубятня моя ни на чем стоит. Она стоит на том, что уже занято. Здесь они лет, может быть, 30 возили бульдозером навоз. Навоз до кучи ничего не растет, я на ней. Я не занял ни квадратного метра, нигде нет. Сейчас иногда строят так, берут где-то разрешение, чтобы в лесу не попортить большие деревья, и прямо на дереве дом. Бывает два дерева соединенные. Сколько он занял? Он не занял, землю занимает два дерева вот эти. А он вверху там скворечник, это не считается. И я-то нигде не занял, они пустоту бьют, и вот это бейте, что я ничего не занял. Сельхозугодие-то.
Разрешается свинарники, то другое. Вот сейчас там у них этот, ну рядом-то телятник-то остались стены-то. Я сейчас бы сказал, ну, кому-то нужно, бери. Я сейчас на них сверху построю. С меня можно взять? Нет, я ничего не взял. Это просто заброшенные лежат, и я сверху восстановил. Ко мне-то какие претензии? Лагерь не занимает ни одного квадратного метра сельхозугодия. Закон-то их правильный. Что для сельхозугодия, значит, может свинарник, телятник, там, склады, горючее, то другое. Я-то не занял. Брошенная куча, я на кучу залез, я что занимаю? Меня ничего не занимает. На ней строить нельзя. А мы завалили ямы. Там строить нельзя, тем более рядом развалины все это. Они не хотят вникнуть. Это умышленно делают. Если бы я где-то построил вот здесь вот или где-то, тогда дело другое. Я занял место. А я не занял. Там ничего нету. И никогда не было при колхозе. Каждый год туда сгребали из телятников навоз. А мы навозные выпучили. Давай лопатами, лёдами. Но такой земли, которая ничейная, ничего не значащая, ее нет. Есть земля для строительства деревни. Есть общественно-деловая зона. Есть для сельхозугодий. Как вашу? Так нельзя, нету такой земли отдельно. Они должны знать. Ну так должны как сделают, тогда и будет разговор. Они должны знать. Вот стоит здесь склад. Нет, нельзя... склад, вот так указано, склад принадлежит Барабашу. Склад. Но если я теперь, он мне разрешил наверху построить что-то там такое, свое, на складе-то, я не занимаю место, он занимает. Я второй этаж там пристроил, и теперь я там принимаю людей или что-то веду. Я ничего не занял. Эта земля, она квадратная, не может один квадрат на два счета идти. Нету, он, когда здесь были, это непроходимый лог. Он так пишет, что лог непригодный. Так оно входит. Входит-то входит общая земля, но это лог, там камыш, там ничего нету. Почему? Лог, он так и логом называется. Вот земля называется план земли застроек. Она поделена на разные, вот, например, мы не можем построить магазин нигде, кроме вот этой вот общественно-деловой зоны, где у нас храм. Все, больше другой общественно-деловой зоны на территории деревни, за территорией, нигде нет. Они неправильно сделали. Сразу изначально эти зоны... Тем более, закон, который сейчас они пользуются, он пришел после того, как постройки уже 20 лет есть. И закон обратной силы не имеет. Вот, допустим, я проехал здесь, а через неделю повесили знак. А меня видели неделю раньше. Но меня не могут оштрафовать, его не было знака этого. Обратной силы не имеет. Вперед, вот, вот как знак повесили, там кирпич, нельзя проезжать. Тогда меня можно оштрафовать. Я на навозной куче, ни одного квадрата я не занял. И поэтому мне никто не может выделить. А чего не выделить? Они даже не на карте, а на месте приехали. Приехали, это что, навозная куча. И они не имеют права выделять ее никуда. У них и закона такого нет. Навозные кучи давать под какое-то строительство или что. Понимаешь, те, которые писали закон, они даже про эти куча-то и не знали ничего. Они не могли это сказать. Никогда не было музея для комплекса для бедных лагерей. И они не могли это писать. Они там все это писали. Горючее хранишь, сельхозпродукции. То есть, а это можно подать заявку. А на это нельзя, потому что там не обговорено, его нету. Он первый в стране такой. И с них спрашивать нечего. Но они хоть какой-то закон, рамки какие-то начертили. Я раз прочитал, второй смотрю. Занимается территория сельхозугодий, а навозная куча не относится никак. Она заброшена. Ну, допустим, они... Ты не хочешь понять, вот допустим, мы подъезжаем к Уксу, они бульдозером с заводов привезли, я все понимаю. Это относится к городу, свалка относится, но она никому не дается. Можно я поясню? Просто смысл такой, я тоже в курсях немножко. То есть это земля сельхозугодий, но нам можно бить на то, что то есть реально вот этот лагерь находится на этой территории земли сельхозугодий, но он находится... На навозной куче он был построен еще до того, как мы приняли этот закон о разделе вот этой земли. Вот. И что, да, он находится на сельхозугодье, но здесь была навозная куча, была. Она и сейчас там? И она как бы она и сейчас там, что здесь не было ни пашни, ни лугов, ни полей, здесь ничего не было. Вот, это единственное, на чем можно бить сейчас. Потому сейчас что реально она находится на территории сельхозугодья, реально. Нет, они не приезжают никто. Я была у архитектора, но. Они измерят границы вот эти план,
ПЗЗ называется. Когда будут менять, они сказали, нас позовут. Я говорю, ну можем вот именно на той территории, где лагерь, там еще какое-то место, обозначить общественно-деловая зона. Нет, они сказали, это нельзя делать. Почему? Они переделывать будут, они мы вам позовем. Почему только вот здесь выделили? А вдруг мы когда-то построим магазин где-то? Или стадион для детей, чтобы дети там это занимались? Где нам это строить? Потому что у нас больше нету этого места. Это переделывать надо, в смысле, что... Они говорят, он говорил так, что сельхозугодие, еще бывший, этот, прошлый этот губернатор запретил вообще выделять другой статус. Нет, они будут переделывать. Ну, если будут, это хорошо. И батюшка любит, батюшка его заходит, мы переделаем. Но просто конкретная ситуация, конкретный случай. То есть мы же здесь не какие-то отрывки. Мы делаем то, что никто никогда не делал. Ну, вот как они переделали. Мы на воздух еще не вывезли, никуда не освободили. Прямо на нее залезли, а там крапива. И там нельзя ни строить ничего, ни садить, ничего нельзя. Если они ну, свинарник-то можно было построить? А? Свинарник построить можно было? Нельзя, никто не будет строить, там фундамент никак нельзя поставить. Она огромная куча, и мы ямы ей завалили, которые рядом вокруг были ямы. Это место неудобное, и к нему фундамент все подвигал. И куча, вот примерно как до дров. Она никогда не, в колхозе не пользовалась, никогда, ни при советской власти, ни при единоличной, 200 лет. И 200 лет там еще никогда не было. Нет, ну оно было для того, именно для того, чтобы туда сгребать. Да, именно для этого все. И оно, теперь колхоза нет, туда никто не сгребает, оно так и лежит. Растет конопля, лебеда и крапива. И на этом месте мы, там еще столбики вкопали, деревья посадили вокруг, и все, мазанки стоят. А они-то рассуждают, это Истра, река, там Подмосковье, без разрешения построить. Тут все понятно. Это земля, золото, квадратный метр считают. Здесь никогда ничего не будет. Никто кучу убирать не будет, а куда ее убирать? И кому она нужна? Такой куча у одного барабаша там сколько? Нет. Но мы совершенно не подходим, поэтому вот нужно там им, чтобы приехала комиссия и посмотрела. Просто этот вопрос решать в индивидуальном порядке. Если они переделают, это хорошо. То есть я просто, когда я был, речи не шла о том, что переделают. Генеральная прокуратура, это не так. Мы переделали, я вас позовем. Где какие зоны? Надо нам еще решить будет, где какие зоны нам сделать. Соберемся потом. Да. Соберемся. Чтобы эти зоны выделили, чтобы можно было там, в этой зоне там кто-то строить, в этой кто-то. Здесь только личное подсобное хозяйство. Пусть они переделают наши дома. А то они сделали нам только вот так вот границу домов, а дальше сельхоз в угоде. Все. Да, и на территории потеряют такие один или два дома, а остальные все замоставили. Ну, смотрите. Вот это вот пусть исправят. Они не будут исправлять. Это только ошибка такая. Вот так, за счет. Подходите, потому что у них участки тоже там половина в озере, мама постоянно. Ну, изначально какие-то карты. То, что если ракеты будут бомбить, будут туда бомбить, а мы здесь будем. Так что это еще вам лучше. Обычно, где бывает незаконная постройка, постройку ломают, заново перепродают и теперь строят. Здесь никто никогда строить не будет. Но скажите, теперь вот это село, мы можем сказать, что магазин может строить, а футбольное поле, везде стадионы, а это футбольное поле еще дальше, это территория деревни. А они теперь сами обрезали, показали, в 17 году нас не вызвали и оставили 20 гектар, а было 370, кажется. Никого не вызвали, это безумие полное. Вы даже не знаете, что дальше на картах, которые у них есть. Здесь, вот, где мы сидим, здесь проходит железная дорога. Потеряевки нету здесь. Потеряевка отсюда на 2 километра там где-то. Там никого нет. Они говорят, там мы знаем. У Барабаша вот это сады и дальше. Это на той стороне железной дороги. Жадная дорога, это здесь идет. Это они сделали. Теперь, ну мы можем переделать, только нужно там 170 тысяч. Барабаш говорит, а где я деньги эти возьму? Вы не понимаете, еще дальше-то идет они. Представьте себе, если поставили человека охранять дорогу, чтобы было безопасно. Он найдет, какая причина. Стоп! Остановил. Так, мужик, а у тебя номер забрызган в грязи. А ты еще ж не протерто. Так, давай права. Да я на тебе 50 тысяч только отпусти, потому что иначе ему на год не дадут права ездить-то. Теперь они искусственно это выдумывают. А опорный пункт сделали за 3 километра от Росков, а мы знать не знаем. Километраж там был установлен, а бывает его убрали где-то. Ну и проехали, один подъем, второй, нигде ничего нету. Ну тогда можем 80 километров. Он только включил милиционер, там стоит за кустами, у него прибор показывает 82 километра. Стоп!
Нас остановили. За рулем Третьяков. Да как вы откуда? Вам какое дело? Вы превысили, вы видели 60 километров? Так это в городе было. А где, что прекратилось 60? Нету. Плати. Я гляжу, никак. Я тогда вылез из кабинки и пошел к ним. Ребята, вот у нас мы едем, мы проповедуем, мы не несем дары. Вот то-то, то-то. И написано обращение к милиции, к полиции, чтобы вы помогали нам. Так, ну как начальнику пошли. Пошел начальник, говорит, знаете, лучше с ними не связываться. Отпустите по-хорошему. Извините, до свидания. То есть они ловят. А в другом месте так, трасса идет так, а мы отсюда выезжаем. А они сделали здесь опорный себе пункт, там сидят. И отсюда выезда туда нету. Я должен отсюда повернуть теперь вправо, куда нам не надо ехать. И только через 4 километра будет знак, где разрешается, тогда с той стороны. Ну я-то вот он и рядом, повернуть-то. А знака-то нету. Мы только туда, а за рулем дальнобойщик сидит. Кручина, Николай Павлович. И вот стоп, штраф. Ты знал, что нельзя? Ну, у вас знака нету, что нельзя. Ну, нет знака, но ты видел, тут центральная дорога, и всегда вправо поворачивают. Всегда какой еще знак надо? Ты шофер опытный. Штраф, ничего нельзя сделать. А он открыл, говорит, иди посмотри, что у них. Они пьяные сидят, под ногами, везде все деньгами завалено. Даже убрать деньги, которые им дают, подавись ты, собака. И вот не убирают. Мне пришлось книги доставать. Я подошел к ним, и книгами их отвлек, они в книги вцеляли, поехали. Поезжайте. У меня книгами я взятки давал. Но она за взятку книга не считается. И все. Это ловушка. Это людей поставили таких. Я говорю, а можно было обойтись? Можно. Но только, говорит, 4 или 6, я не знаю, сколько километров, надо было туда ехать. А мы торопимся скорее на ту сторону, чтобы до 6 часов библиотеку захватить. Это ничего нельзя сделать. Я не подошел, и видно, обкуренный милиционер. И мы все заснимали. А вы снимаете, а у вас документ есть на этот аппарат? Ну какой документ-то? А может он у вас ворованный? Все, статья. Да что он ради, ворованный это был? А ну открывайте. Николай Кучина говорит, открывать будут. Причина обыска какая? Машины все идут, никакого перехвата нету. Почему должны? Вы все с бородами, ваххабиты что ли? А ну-ка, вылазь из кабины. Ну и пошли, мы снимаем. Ну сейчас мы вам дадим начальнику. И мы идем через дорогу и все снимаем. Ролик стоит. Туда подошли я бумагу начальнику, начальник посмотрел, глянул, видимо, опытный такой. Отпусти. Ну они, я сказал, отпусти. То есть дешевле обойдется. Потому что нас задерживали так и пугали. Министерство звонило в Болгарии. Не пропускают. Так, суббота, ночь, и они в министерство звонили. Ну явно дурят. Я тогда выходим из кабины. Встали, подняли руки, давай молиться, а у них там где-то границу-то, оттуда смотрят. Помолились, теперь в машину, зашторивайтесь. Зашторились и давай молиться. Прошло минуты 3-4, девчонка бежит там работница. Вот ваши паспорта, они уже отняли паспорта, все, пожалуйста, вы свободны. Я говорю, нет, который отнял паспорта, теперь мне его покажите. При народном мире хотите тайно отпустить? Нет, не выйдет так. Да не знаю, где-то ушел, наверное, домой отпустили, как апостол Павла, когда они там наказывали. Они от нас кое-как отвязались. И уже мы не ваххабиты, мы хорошие, доброе дело делаем, опять же молитва. И задерживали нас, я не знаю сколько. Николай, ну разреши, я пойду поговорю. Бесполезно, я знаю, бесполезно. Ну разреши. Я только пошел, оттуда иду, все паспорта несу, как вы сделали. Никак. Пока выходили, а я молился. А теперь пошел, подарки взял, и они меня выпнули оттуда. Все, да, забирайте паспорта, езжайте своей дорогой. Ну, что так разговариваете сюда? За грудки-то друг друга беретесь. Пуговок не хватит. И вот и здесь. Здесь только одно сейчас остается. У нас ни документов не дают, ничего. Сейчас затихнут они или нет. Потому что все, которые приезжали, заметьте, они обман какой ведут. Я написал на Путина. Везде ответ пришел нам в прокуратуру, а прокуратуру мы вам уже отвечали еще раз. Опять депутатские запросы Жириновского, они говорят, уже отвечали, все ссылает на эту прокуратуру. А из прокуратуры, которая первый раз была, мы осмотрели, они еще не смотрели. Ни разу никто не был. Обман. И они мне таких 6 или 7 писем. От президента, от генеральной прокуратуры. А оттуда нет. Генеральная прокуратура говорит, разобраться, поехать и все остальное. И сейчас какой-то Терентьев, депутат, сделал запрос на Мамонтова.
Они когда говорили эту Кочинскую сельсовет-то, она прислала им ответ и говорит, а у нас не чистятся эти земли. А они прямо замануты. И они от нее отстали, они урожали этой Людмиле Алексеевне-то. Трушаковой. Все. И она отбилась, умница какая. А в это время депутат, не депутат, а Ларин Борис Владимирович, он по правам человека, тоже сделал запрос. И второй запрос. А этот на прокуратуру тоже ничего затеял. С кем? Я думаю, так разговор идет. А теперь, если генеральная прокуратура доскажет разобраться на месте, а я отвечу, никто не разбирался. Когда Корчинские вот здесь вот этих вот, которые телятники были, а тут отдельно овечек пасли, мы ничего не могли сделать, но у меня очень близкие отношения были с прокурором края, Парасул Юрий Федорович, генерал-лейтенант. И он комиссию за комиссией, и выделил на 6 километров угнали их отсюда. А сегодня у меня нигде нету никого. Я сижу как трутень. А тогда я везде пошел в мэр города, пишет, пошел в ректорат, пишет, пошел к губернатору, пишет, комиссии идут, и комиссии все разобрались. А сегодня ни одной комиссии нет. А отписки делают самые настоящие отписки. Они затеяли меня прибрать. Вот, в 16-м году, когда Роспотребнадзор. Узнать адреса, узнали. Теперь надо выйдут к этим людям, я женщина из прокуратуры, дайте показания на Лапкина. Она говорит, что я дам показания, у меня четверо ребятишек, которые год там находятся, у другой пятеро ребятишек, вот этот восьмой год уже находится там. Что я дам показания? Пожалеете, мы детей у вас отнимем. То есть шантаж самый настоящий. И говорит, мы с краевой прокуратуры, но я ссылаюсь на кого-то, к одному пришли, а тут Сенина, что ли, его фамилия. А у нее девчонка из дома, кажется, взята, презрение где-то. Она такая женщина, она как распекла их, я вам покажу такие показания свои, вы ничего не надо, вы у вас не были. Все. Разговаривать тоже надо знать. Как она мне пишет, пришли нагло, что я дала на вас показания. Какие? Что я расчленяю тела, органы продаю у людей, у детей. Какие? Она написала, зарядку делает на траве. Я говорю, а как? Зарядку там в воздухе мы еще не научились. На траве. Так она написала, прокуратура решала, а потом осенью, а сына-то Тимошка-то присудили-то ему, о, они ей. И она тогда, я не знаю, что случилось, а уж Михаила говорит, Светлана хочет с вами поговорить. Поговорила, знаете, я так виновата, я прошу прощения, это я на вас жаловалась, эту инициировала эту комиссию-то. Разрешите мне к вам приехать? Видишь, как все меняется. Казалось, вообще непримиримая, такая злодейка. Вот тебе и Настя. Молиться надо. А то, говорит, чучело пришло к нам. Молитва. Вот я дорогу рассказываю, я нигде ничего не знаю. Они пошли, а я только молюсь. И вот это все граница с Болгарией. До того интересно. Там Румыния, кажется, Болгария. И там министерство везде звонит, я говорю, там никуда не звонят. Выкупи адрес, телеги, паспорта, они принесут там, закрываемся и молимся. Они не знают, какая у нас рация, с кем мы разговариваем. Вот когда к нам приезжал этот Орлов Никита Феоктистович, он сейчас митрополит Антоний, ну и доехал, вот как раз 91-й год, это самое ГКЧП, заправки нету. Он говорит, вы нас заправите или нет? Заправки нету. Сейчас такое раздрай. Он говорит, так, телефон дайте мне. Так, посольство американское, так, пожалуйста, дайте указание, чтобы пришел бензовоз, заправил нас. Мы поехали по России. Так, подождите, эти сразу со своими, тебе немедленно заправьте, чтобы уехали. Заправки нет, бензина нету. Но когда связались с посольством, а оттуда, говорит, сейчас бензовоз придет, заправит вас, сразу отправили русских. Я первый раз на доллар увидел, он приехал, говорит, вам из Синода помощь $2000. Я смотрю, а какие деньги, а где их примут? Их обменивать надо. Как обменивать? Я ни одного слова не знаю. С чего начиналось-то? Вот так. Вот нам разбойник Кишка помог. Мы такие разбойники. А Господь говорит, ныне же будешь со мной в раю. Довериться надо Богу. Читаем. 44-49 стихи.
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это толкование. Некоторые иудеи желали увидеть знамение с неба. Итак, вот им знамение это, необычная тьма, и завеса храма раздирается. Господь этим показывает, что святое святых уже не будет недоступно, но предано будет римлянам, попрано и осквернено. Или еще он показывает, что раздирается завеса, разлучавшая нас со святыми, живущими на небесах, то есть вражда и грех, ибо это составляло великую преграду, разделявшую нас от живущих там. Показывает вместе и то, что он не по бессилию распят, ибо совершивший такое знамение мог бы и их расторгнуть и уничтожить. Голос этот и прочие чудеса послужили для сотника поводом к вере. Ибо Иисус умирал не как обыкновенный человек, но как владыка, и смерть назвал передачей под сохранение, так как он имел снова принять душу. Ибо до смерти Христовой дьявол имел большое право над душами, но с тех пор, как Сын предал Дух Свой не в ад, но в руки Отца, содержащиеся в аде получили свободу. Здесь-то усматривается событие сказанных некогда Господом слов: «Когда я вознесен буду, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Ибо вознесенный на крест Он привлек разбойника, привлек сотника. Некоторые из иудеев били себя в грудь и, упрекая распинателей, открыто признавали Иисуса праведником. Ученики бежали, а женщины, этот униженный и проклинаемый род, остаются и смотрят на все сие, и зато первые наслаждаются проистекающим от сели оправданием и благословением, равно как и воскресением. Поэтому пусть никто не недоумевает, для чего Иисус не сошел с креста, но пусть принимает это без любопытства, соображая, что они и тогда не поверили бы, когда бы он сделал то, и ничего другого не вышло бы из сего, кроме того, что исказилось бы спасение через крест, ибо крест преимущественно перед всем есть слава Христова. А то, что завеса разорвалась, разве люди видели это? Ну, потом все равно узнали. Слухи-то проходили. События-то явно было непростое. Я тоже. И какие законы были, и по закону, все законно распяли. Бичевали его, все по закону. Закон, бумажка, пункт, параграф. Был бы, была бы, говорит, статья. А тут наоборот, был бы человек, а статья найдется. Любой закон можно прилепить к нему. И также будут одобрять, и требуют казни, требуют смерти. То есть, получается, как-то раньше дьявол имел большое право над душами, ну да, ибо до смерти Христовой. А в чем это проявлялось? Как это? Иова, пример. А, ну что, с Иовом. То, что все в ад шли. Все души шли в исполнение места. А теперь время кончилось. Человек буквально восхищен. «А кто ты такой?» – житие святой Ирины. Она говорит: «Я друг пьяницам и злодеям там». Все. Открывается и
Евдокия, это когда отошла, она красавица была, если там юноши за ней верившие где-то. А она пришла, там, кажется, ну, епископ, ну, как этого старика, я ненавижу. Там есть интернет заполненный. Какую душу ты? А ты предательница, Евдокия, ты мне служила как, а теперь, куда ты пошла за распятым, то он себя не мог спасти. И всячески поносит. Эх, потеряла ты все, я так любил тебя, дьявол. Скольких юношей вокруг, какие они. Однажды сидит епископ Нон, и звать его, и несколько епископов, там, игумены, и она идет. А вокруг юноши, гусли, играют, танцуют, ну тут все. А они голову все опустили, полотенцем закрылись, сидят. А он один смотрит, к ним оборачивается, что закрылись-то? Хороша. Понимаешь, оценку даете, да хороша же. Да. Ад пахнет-то как от нее, запах-то какой, прошла она надушенная. Они глядят на него, что такое. Вот, а я хотел сказать, если человек для того, чтобы привлечь внимание юноши, погубить душу, так заботится об этом. А я в бессмертной душе никогда так не заботился. И тогда только заплакал. Господи, насколько я хуже ее. С какой она, и с каким искусством это все делает. Как люди какие к ней тянутся. Вот так бы о душе-то заботились. И Павел говорит, как предавали члены свои в орудие греха, так послужите для любви истины. Вот как? Примерно вот так. Я, кажется, служил раньше, и молитва такая у нас считается. Как греху служил, а припомнит. Особенно песня хорошая была. Ляши, да так много дали. А смерть пришла, меня дома не нашла, я с товарками гулять ушла. А смерть пришла и нашла. Этих товаров тоже никого и нет. Вот у нас в деревне были, я никого не знаю, кто живой. Пришла и не нашла. Завеса разодралась. Мы это говорим, представить это невозможно, какая была завеса. Все открылось. А это означает небо открыто. Она означала святая святых. Святая святых. Дальше. 50-56 стихи. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступила суббота. Наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Толкование. Иосиф прежде не открывался, но теперь творит дело достохвальное. Несмотря на то, что был член совета и богатый человек, он смело просит тело человека, которого распяли как мятежника и возмутителя, и не обращает внимания ни на какую опасность, хотя богатство боязливо, но и спрашивает, и с честью погребает во гробе, и сеченом в камне, где никого другого прежде не полагали, чтобы клеветники не сказали, что воскресло тело другого. А женщины, хотя имели веру Господу, но не такую, какую следовало иметь, а слабую и малую, ибо, считая его за простого человека, приготовляют масти и благовония по господствовавшему у иудеев обычаю, всегда соблюдаемому над умершими. Впрочем, в субботу по заповеди закона остаются в покое. Такое обычно. Если бы обычно было хоронить, как у нас, в могилу, 2 метра, там, 1.5 в глубину, да засыпать, как бы они пошли его мазать? Еще этого не было. Именно вот жернов этот откатывает в сторону колесо, камни заходят,
это бабушка лежит, дедушка, племянница, все это. Он купил там пещеру там в Махпеле, похоронить Сару, а потом туда Иосифа привезли. Земля покупалась. А для чего? Для частной могилы. А то они не предусмотрели здесь продать частную могилу, чтобы была. Вот здесь. Мы покупаем эту навозную кучу для частной могилы. Под деньги даем, но все равно так, я хочу отдельно, чтобы было. И тоже никак не сделаешь. А сами там весь лес, там голый лес. Один поставил, кажется, тайга Сибири, как-то такой называется ролик, проехал. Научный сотрудник снимал и показывал эшелоны, какого леса в Китае идут. Бесконечные машины. Машины, лесовозы, ну, идет, допустим, 100 лесовозов, и конца края так и не видно где. Вырубают все почти, голые скалы стоят. А зачем? Отдали, вырубили. И фильм этот запретили показывать. Но я его видел. Воду из Байкала продают. Ну, вода это ладно. Трубу-то туда. Там санатории китайские уже все стоят, рассказывают. Это ничего. Она на воздухе куча идет, да? Это вообще, как надо ненавидеть свой народ. Вот, когда сильно заключенных прижимают, ну, камера там такая восстала, тогда его отнимают и тепло, и все гнутся, там фильм, зона, замерзает где-то, это устроили душняк называется, душить-то. И я этому прокурору-то написал, вы пришли к власти, 100-летний душняк устроили всей стране. У меня отец просто вернулся, руку потерял. По матери 3 дяди все погибли на фронте. И они нам даже навозной кучей завоевали. Какую вы жизнь они там дали? А они там взятки берут. Прокурор Карело-Финской, кажется, республики застрелился. Брали-брали, подавился наконец. А уже это мелочевка, для них отдельно лагеря строят. А его никто не может опровергнуть. Только вышестоящие. А вышестоящий, может быть, с ним связан. Я не о конкретном говорю, а о должности. Как так? Если он не верующий, ему ничего это. Сказать, дальше что будет? Вот Алексей Сиськов приезжал, он же коммунист был. Главный агроном говорит, я не могу понять, зачем? Ну, допустим, убрали. А что дальше-то будет? На эту навозную кучу кто-то приедет, строит, будет коттедж? Нет. Ну, это смешно, там никогда ничего не было, никогда за 200 лет. Нет, и колхоза никогда не будет, и навоз туда возить никто не будет теперь. А ненависть. А мы показываем, что можно с Богом жить красиво, интересно, с пользой. И не проклинать эти власти. Зачем вы это делаете? Ну, брат, рычит как зверь какой, любой человек, дорвавшийся до власти. Как это так? Зачем ему это? Да любому. Ты же умирать будешь. И как оно там будет? А веры в это нету, поэтому дави каждого, кто под тобой. Иосиф, наверное, здесь впервые так вот обнаружит свою веру, да, наверное, показывает. Пришел, что не побоялся. Пилат молодец, не запретил, да, там сказал бы там, ну, уперся бы так же. Нет, не дам. В сталинское время его бы забрали. Сочувствуешь, ты враг народа. Даже разговаривать не стали бы. В то время, значит, было опасно. Иосиф Аримафейский. Интересно, мы пишем. Давид, псалтырь Давида, а старобрядцы пишут псалтырь Давыда, а теперь этот вышел, Тропко Евгений с Иерусалима говорит, а у евреев буквы И нету вообще, поэтому Давыд никогда и не был там. Доказательство самое простое. У них нет этой буквы в алфавите. Они говорят, а вот они, икраняне, это. Кто-то приехал на дорогу. Да? Ну что, все? И нету товара там, не ценится. Что, все? Да. Расположимся.
Господь, прими нашу молитву благодарения за все прошедшее время, как Ты дивно нас хранил. Не покинь, поставь Твою защиту. Матерь Божия, покрой нас самопором любви Твоей и услыши молитву о болящих Сергея, Валерия, Александре, Алевтине. И это бесноватое Евгения, Господи, как страдают люди. Дай им силы все перенести. И распусти нас с миром. Помоги все слышанное исполнить с радостью. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.